Сегодня мы с вами находимся на первенстве России по джиу-джитсу среди двух возрастов. Значит, это отбор формирования сборной команды на 2024 год. Значит, соревнования проходят на очень высоком уровне. 37 регионов, свыше 1000 участников. Приехали мы из ДНР, так сказать, из нового региона, присоединившегося к огромной стране Россия. С того года начали ездить, очень понравился прием. Какие здесь люди, администрация федерации и Тверской области, и Российской Федерации джиу-джитсу. Вот, привезли мы в этот раз 12 спортсменов, выступаем и в разделе борьбы, и в разделе поединков. На этом первенстве России у нашей команды Тверской области достаточно представительная. Вот, и основную часть ее составляют спортсмены нашей школы. Вот. Просто в этом году эти ребята выступают первый раз до 21 года, основная их масса, потому что они только перешли из 18 лет. Вот. Там у нас есть такие спортсмены, которые уже есть победители первенства мира. Также у нас борются прошлогодние призеры России данного турнира. Так, когда вступит в борьбу возрастная группа до 16 лет, вот, у нас там тоже есть определенное представительство спортсменов, которые, в принципе, должны выступить достойно на этом турнире. В этом году у нас планируется проведение первенства Европы, потом чемпионата Европы и в конце года чемпионата мира и первенства мира. Работая со сборной командой России, значит, конаковские спортсмены занимают там достойное место. Надеемся, что и этот год будет такой же плодотворный и удачный для Конакова.